Привет, друзья! Так, мы сегодня... Это прям вот очень коротенький ролик. Короче, братцы, смотрите, я купил вот такие вот аккумуляторы. Аккумуляторы были высокотоковые. Литокала Powerco LTD. Вот с такой маркировкой общеизвестной. Типа это аналог LG, что-то там. Я готовлю сейчас проект по БМС-плате и по переводу шуруповерта на литий. Но вот этот вот аккумулятор пришел в негодность. Сейчас он показывает 0,3 вольта. Короче, аккумулятор этот умер. Я открыл сегодня спор, и сегодня же мне продавец закрыл спор. Может быть, это какая-то случайность или что-либо там, но я не знаю. Короче, из 4 аккумуляторов умер один. Вот этот вот. Так что, друзья мои, думайте, обдумывайте, прежде чем покупать вот такие аккумуляторы. Что-то это высокотоковый аккумулятор, поэтому я думаю, ну... Рассказывать нет смысла и показывать на... Хотя можно, вот, если хотите, на вольтметре. Сейчас я вам. Вот. Так, это плюс. Это... Минус. Сейчас минуточку. Ну вот. И так будет сейчас падать. Аккумулятор сдох. Внутреннее сопротивление какое? Огромное, как будто бы обрыв. Вот видите, упало. Короче, покупка таких аккумуляторов — это рулетка. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Давайте, не очень хороший, конечно, это большое огорчение, поэтому по БМС, по проекту БМС, все откладывается на 1 месяц на время доставки новых аккумуляторов. Ладно, все, всем пока.